Всем привет! Сегодня прокатаемся по городу немножко. Вот наш конь. Это Тауру 250. Вот моя Чика, ну в смысле жена. Вот. Всем привет! Держи телефон, не потеряй. Такие у нас дела. Домики в Доминикане. Вообще резиденция. А вот мы живем, вот наши пальмы. Наши пальмы. Вы знаете, мы пьем кокосы, и вот у нас скоро будет манго. Пьем кокосы, пьем бананы. Вы мечтаете. Вот. Шикарное дерево пьем. Русские доминикане в основном живут в небольших резиденциях, и хорошо бы иметь охрану. А можно и без нее. Погнали. Вот наша лобулатская Сара. Немецкий ресторан, мебельная фабрика. Это район Лабулата. Американская школа. Свое футбольное поле, теннисный корт. Это американская школа, как это называется? Подожди, я забыл. International. International School, да, точно. Циклы, мототовары, запчасти. Можно будет зайти потом как-нибудь посмотреть. Кто-то диспонибле. Да, называется свободы для рекламы. Выходим на основную дорогу, соединяющую Павлинка с Москвой. Покажу, находится самый шикарный офис адвокатуры Доминиканы, клуб Мона Лиза. Да, он же по совместительству. Это ведется дела всей нашей компании. Мы доехали. Всем пока-пока.